Люди, которые убедили президента Путина, что спецоперация будет эффективной, короткой, по мирному населению бить не будем, только зайдем, Росгвардия, там, кадыровцы все наведут порядок и так далее. Вот эти люди, ну, просто подставили всех нас очень сильно. Но эти люди есть, вы уверены? Конечно, есть. Президент же не сам как бы сидел и думал, дай-ка я начну спецоперацию. Кто-то приходил, говорил, что украинцы сдадутся, разбегутся, все в Россию попросят. Кто же это ему говорил все, в конце концов? Да? Да и на телевидении говорили, Андрей Здесь говорили. Мы подошли к черте, за которой надо вот просто понимать простую вещь. Победить Украину теми ресурсами, которые сейчас Россия там пытается воевать в режиме колониальной войны, да? Контрактники воюют, там, значит, ЧВК и так далее, мобилизации нет. За риторикой следите. Ну, это невозможно абсолютно, потому что российской армии там противостоит вообще сильная армия, которая по полной программе поддерживает сильнейшие в экономическом, технологическом отношении государства Европы, да, в частности. То есть вы предлагаете мобилизацию провести, слушайте, военную вот мобилизацию, не мобилизацию там сознания или экономики? Начать переговоры о прекращении войны, понятно, и перейти, да, к политическим вопросам. Вы с Николаем Игоревичем постоянно. Понятно, давайте, Сергей Михайлович. Да. Начать переговоры или действовать так, как вот Богдан Анатольевич предлагает? Никаких, да. С нацистским режимом Зеленского быть не может. Нацистский режим Зеленского должен быть уничтожен. Господин Надеждин считает, что у нас или мобилизация, или мобилизация, война в полный рост. Борис Борисович, я напомню, что недавно совсем, Владимир Владимирович очень правильно сказал, мы еще не начинали. Ну, когда надо будет, начнем. Ну, так уже вот мобилизации вот не нужно. Надо у нас или начать, сил. Или уже расходиться. У нас хватает сил, и все решается. Простите, а чего мы ждем? Вот вы говорите, хватает сил. Мы слышим, что все идет по плану. Но неужели кто-то всерьез верит, что 6 месяцев назад план был, чтобы сейчас мы там оставляли Бакалею, контрнаступление отражали, Бакалея, Харьковской области не смогли взять Харьков. Бакалея, оговор. Балаклею. Правильно сказано, надо Балаклею. Не забывать, да. Коллеги. Захожу я в Бакалею. Мы воюем сегодня с блоком НАТО. Ну, руками украинцев, в том числе хорошо подготовленных. И армия там серьезная. И вооружение серьезное. Да. И разведка, вот, наша военная разведка хорошая. Могла предсказать. Поэтому это процесс непростой. Война есть война. И все предсказать и предугадать невозможно. Но силы есть, а самое главное, есть политическая воля. И дело будет вот, до конца, до нашей победы. Война – это очень комплексное понятие. И там есть и политическая, и есть психологическая составляющая. Вот нам за последние несколько дней нанесли очень чувствительный психологический удар. Что касается не товарища Надеждина, то еще раз прошу следить за языком, потому что даже в проброс говорить про колониальные войны недопустимо в нашем случае. Это первое. Второе. Вы политик с таким большим стажем, неужели не можете подняться на одну голову и окинуть весь театр военных действий, а он включает в себя Западную Европу и США? Или вот вы действительно не думаете понял. Из того, что вы говорите, что мы там протырились через границу и пытаемся отгрызть все кусочек территории? Идет глобальная война, это ее фрагмент. И именно отсюда надо из этого исходить. Слушайте, для того, чтобы глобальная война, я надеюсь, поэтому, не начнется. А вот если она начнется, поэтому то соотношение сил будет точно не в нашу пользу. Она уже так, идет. На секунду. Есть две теории, как вот со всем этим можно бороться. Первые говорят, что нужно просто жестче работать на освобожденных территориях, СМЕРШ, выявление каких-то диверсантов и так далее, и так далее. Вторые говорят нам, что этого мало, и нужно на территории, собственно, с которой отправляют этих террористов, территории государства Украины, делать что-то, что отрезвит людей, отправляющих этих террористов. Ваш принцип какой? Первый, второй или какой-то третий? Я думаю, что ни первый, ни второй случай не поможет обеспечить в полной степени безопасность. И вот эти акты, эти преступления будут совершаться вне зависимости от того, насколько, так сказать, жестко будет действовать СМЕРШ. То есть вы хотите сказать, что это с нами навсегда? Вы сейчас говорите, что это не остановить? На очень долго. Да? На очень-очень долго. Вот был, он и сейчас есть, эксперт, который дословно говорил, что российские военные рискуют погибнуть, зайдя в Одессу, только, значит, от объятий одесситов, влюбленных в русских. Да, вот так, значит, это практически дословно. Случилось то, что случилось после 24 февраля. Мы все понимаем прекрасно, что это не так. Что одесситы не хотят обнимать русских военных. И этот же самый эксперт сегодня, вчера, позавчера и завтра на федеральном телеканале говорит, надо идти до конца, надо идти до конца и так далее. Я задаюсь вопросом, если
эта экспертиза, этот анализ в первом случае был не просто ошибочен, а, можно сказать, преступно ошибочен, да, катастрофичен. Катастрофичен. Почему я должен слушать и прислушиваться к мнению этого же эксперта, который сейчас мне говорит, что нужно идти до конца? Что необходимо еще, чтобы население на местах, люди на местах поддерживали нас, идеологически люди на местах поддерживали на освобожденных нас. Территориях нас поддерживают. И не только на освобожденных территориях. Для этого необходимо им, с ними, понимаете, рассказывать украинцам, что их не существует как этноса, как народа. Язык. Что украинского языка не существует, это слушайте, не может вызвать их симпатию. Эти обстреливают, а мы должны разговаривать. Вот мне кажется, это какие-то несоединимые. Надо реалистично подходить к тому, к людям, которые там живут, и предлагать, говорить им о том, как выглядит их будущее, да, вместе с Россией. Но кем они будут в России? Правильно. Кем они будут себя ощущать, себя чувствовать? Если они считают себя украинцами, то сколько бы им ни говорили там Холмогоровы или какие-то еще, понимаете, наши люди, что их не существует, понимаете, говорить человеку, что его нет, отрицать его сам, так, мы сейчас это значит немножечко уходим его, и не будет. Вызвать совсем. Его отторжение. Мне кажется, что это все надо было делать или раньше, или надо будет делать чуть позже, когда лучше поздно, военная никогда. Фаза закончится. А вот насколько быстро она закончится, это вопрос. Нам нужно выиграть войну на Украине. Мы должны ликвидировать там нацистский режим, а после этого... Кто еще захочет, пусть приходит, и мы с ними поговорим. И сколько лет мы будем это делать, Саша? Сколько надо. Очень хорошо. Спасибо сколько за... надо, столько спасибо будем. Спасибо за честный ответ. Потому что спасибо, это да. Специальная военная операция, которую некоторые я тоже называю Великой Отечественной. То есть мои 10-летние дети еще повоевать успеют, правильно я понимаю?